Друзья, всем привет! Я Маргарита Шипила. Я записываю это видео. Это мое первое задание в марафоне «Последний герой МЛМ» от Станислава Санникова. Марафон проходит в компании «Биксап». Компания заботится о том, чтобы ее партнеры были смелые, умные, прокачанные профессионалы. И она пригласила к нам на марафон для того, чтобы у нас прошла эта прокачка Станислава Санникова. Вот я лично считаю так. Чем хороший вообще марафон и вообще вот такие прокачки? Тем, что ты вынужден выйти из зоны комфорта. То, что тебе нетипично, то, что ты вчера еще не делал. На таких прокачках, ну, приходится это выполнять. Переступать через свои какие-то страхи и проблемы и что-то делать. И первое задание, которое нам было дано на предварительной встрече с Станиславом Санниковым, было записать вот такое видео. То есть надо сказать, чем конкретно заинтересовала компания «Биксап». В компанию «Биксап», в принципе, я не то чтобы прям стремилась как-то в нее попасть. Она сама ко мне пришла, в принципе, потому что компания «Биксап» – партнер платформы «Acrona Open Network». А так как я являюсь валидатором в этой криптосети, то, соответственно, мне нужен был инструмент, который помогал бы мне прокачивать свой постмайнинг. Такой инструмент появился. Это компания «Биксап», партнерская программа. Поэтому приходить сюда или не приходить, у меня вообще не было как бы размышлений. То есть я еще задолго до старта «Биксап» я уже знала, что я здесь буду. Потому что мне это надо. Это первая причина. Вторая причина была такая, что я знаю основателей «Биксап» Евгения Чаплыгина и Евгения Ежова. Знаю не один год. Уже прекрасно убедилась, какие-то люди ответственные и серьезные. Поэтому каких-то сомнений, что куда-то попаду не туда, у меня вообще не было. Потому что я знаю, как эти люди работают и относятся к делу. Поэтому первая причина – это партнерская программа мне нужна была. Вторая причина – это администрация. То есть я администрацию знала, я пришла на администрацию. Третья причина – это мой спонсор, которого я тоже знаю уже не один год, Ольга Искандарян. Мы с ней уже получили в интернете большой опыт вместе, поэтому я ее знаю и как бы тоже вот пришла на человека. Маркетинг расписывать, какой здесь маркетинг, я, естественно, сейчас не буду, потому что, если вам интересно, вы всегда можете посмотреть какую-нибудь презентацию. Но у меня на странице или в Ютубе. Скажу одно, что за всю историю моего развития в интернете, в принципе, таких вкусных фишек я еще не видела. Просто назову вам для, ну, как бы для примера, какие фишки вкусные я вот нашла в этом маркетинге. Допустим, в каждом маркетинге существует админский аккаунт. Ну, то есть аккаунт от администрации. Я еще не встречала компаний, которые бы со своего админского аккаунта отдавали прибыль партнерам. А здесь «Биксап» администрация пошла именно таким путем. То есть они прибыль с админского аккаунта, они отдают в сеть. 60% отдается партнерам. Я считаю, это очень круто. Вторая фишка вкусная в маркетинге – это то, что открытая статистика. Третья вкусная фишка – это то, что здесь есть возможность создание пассивного дохода как раз в Acrona Open Network, что именно меня и заинтересовало в первую очередь. Ну и еще очень-очень много всего интересного. Поэтому, если вам интересен маркетинг, вы изучите на досуге, посмотрите, как это выгодно будет вам работать, посчитайте, сколько вы здесь можете заработать. Я уверена на 100% вы поймете, что вам здесь надо быть еще вчера. Ну а мы продолжаем свое движение, продолжаем вот эту движуху нашу, потому что «Биксап», он развивается семимильными шагами, и у нас запускается как раз вот такой марафон для того, чтобы партнеры прокачали свои навыки. То, что у нас есть обучение, я вот, кстати, еще не сказала, это как одно из больших преимуществ, которое позволяет партнерам, ну, становиться профессионалами, да, профи. Вот. И плюс еще вот такой вот интересный марафон, который нам организовала наша компания как бы бесплатно. Поэтому, друзья, вот все, что я коротко, возможно, хотела сказать, я могу еще долго-долго говорить, но не буду слишком затягивать. Если вам интересна эта тема,
стучитесь просто ко мне в личку, я вам, возможно, какие-то еще интересные нюансы расскажу. С вами была Маргарита Шипила. Всем желаю добра, здоровья, процветания, благости и радости.